Ну, я начну сначала с фамилии Зеленский. Когда Путин говорит о том, что нужно снести действующую власть, то Владимир Владимирович ошибается, хотя бы потому, что за действующего президента Украины проголосовало 75% населения. Такой поддержки ни один президент не имел. И то, что много в нашей стране велось дискуссий, недовольных, различные взгляды были, это наша внутренняя демократия. Мы поддерживаем своих руководителей, свое руководство страны, это не ваше дело. И если вы нам попытаетесь навязать какого-то аутсайдера с пророссийскими взглядами, он просто не сможет руководить нашей страной, потому что мы страна Украина, мы это знаем. Если вы этого не поняли, то вам придется просто это принять.